Греческое издание ProNews сообщает о том, что в Сирии уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство» Лавдрим Мухаджири. Мухаджири, известного также как Абу Абдулла Аль-Косова, называют мясником, так как в пропагандистских видеороликах боевиков он лично обезглавливал христиан, шиитов и алавитов. По данным издания, террориста уничтожили ВКС России и сирийская команда «Тайгер» во время совместной операции в регионе Идлиб. Также были ликвидированы 6 его личных телохранителей. Кроме того, стало известно, что Мухаджири ранее был сотрудником миссии НАТО в Косово и Афганистане.